Малышка голубая подросла уже. Уже, наверное, где-то 1,5 метра есть елочка. Была маленькая совсем. Вон какая красавица. Ничего ей здесь не мешает. Будет полянка. Будут наряжать игрушками елочными зимой. У дочки здесь и зимой очень красиво. Шарики, фонарики. Очень всегда украшена. Украшена ее терраса. И подсвечен дом сосульками. Такая елка большая. Вся в шишках на верхушке. А здесь елки стригут. Вон какой забор. Вот такой потом забор будет и здесь, вот из елок вдоль этого поля. А там вот рядочки, это сосенки посажены. Будущий лес. Родители говорят, что для дочки посадили на будущее. Ну, вырастут когда-нибудь. Такая сумочка у Офи. Вот она здесь спит. Да, спит. Она большущая, как комната для нее. Такая громадная сумка. Здесь вот она спит. Очень красивый цветок, только очень сыпаться стал, наверное, от холода. Такие цветочки нежные. Кися. Спят лапки. Так им тепло, тут обнялись и спят. Как хорошо, когда коты дружат и не дерутся. Перинку взбивает Март. Старается, старайся, старайся, котечка. Мягче спать будет и приятнее, да. Лапулечками-то почи ее лучше. Вот так ее, вот так. Зайчик мой, хозяин. Вот, как у него хорошо получается. Да? Сейчас забьешь и спать уляжешься, красавчик. Балдёж. Ух ты, красота. Oh, raisk, teid on nii palju siin. Teete kõik saate süüa. Ну вот, закончился день приятный. Так хорошо на хуторе было. Уезжаем в город. Лошадки подошли к машине. Пока лошадки. Паситесь, отдыхайте, набирайтесь сил перед зимой. А я напиталась положительными эмоциями, радостью, счастьем и с новыми силами, с положительными эмоциями еду домой, в город.
Ты мой сладкий. Джиджулька. А, джиджулька. Ну, ты моя красавица. Красавец, мальчик. Джиджулька. Падает хвост, поджав бежит. А Джиджик доброта сама. Такая доброта. Охотник, охотник, охотник. Ну, как тебе птички? Джиджик, фас. Фас, Джиджик. Легче не сломается. Все, сегодня еще теплый день, а утки уже полетели. Хотя вчера было холодно, дождь лил. Вчера была осень-осень. Последние деньки теплые, и солнышко, и вот бабочка, такая прелесть. Вратили около подъезда. Теперь уже не щебенку укатывают. Что-то они делают. Проверяют, будет ли вода стекать в дренажные трубы. Маловато будет. Тут-то дождь будет сильнее. Похоже, уже все готовится к тому, что асфальт будут укладывать. Почему они в одном месте только пролили, непонятно. Вот такой арбуз. Шикарнейший арбуз, сладкий. Такой вот букет осенний. Ой, какой. Арбуз громадный, просто громаднейший. Вкуснятина. Пол арбуза умяли, половина осталась. Он какой громадный. Вот не видно, совсем не видно, какой он громадный был. Я его еле-еле подняла. Это вот поларбуза. Поларбуза. Муж там с другом разговаривает. Так кричит, как будто бы друг вот под окном у него. По телефону чего кричать, я вообще не понимаю. Ну вот, такая красота у меня. Хочу показать вам, чем я пользуюсь для мытья рук, для мытья посуды, для стирки. Это финская марка. Это финская марка. У кого аллергия, то пользоваться вот этими моющими средствами показано. И там нет красителей, нет ароматизаторов. Очень хорошие вещи. Вот это вот для мытья рук.
Это для стирки цветного белья. И это для мытья посуды. А чем пользуетесь вы? Вот такая вот прелесть. Очень хорошо отмывает посуду, руки смягчает. Тут даже написано об этом. Что именно для чувствительной кожи рук. Хочу показать, чем я мою своего маленького друга, йоркширского терьера. У него не шерсть, а волосики такие. Поэтому специальным шампунем мою и кондиционером ополаскиваю потом. Шампунь стоит 14 евро 59 центов, и кондиционер стоит 13 евро 90 центов. Вот такую красоту муж принес с рынка. Петрушка стоит один пучок 60 центов. Такой вот. Помидорки килограмм стоят 3 евро. Огурчики килограмм 2 евро. И вот такая вот земляника. Земляника в октябре. Вот такая прелесть. Видишь, как хорошо. Угу. Мне кажется, да. Она настолько... Он так вписался? Да, он вписался, он закрыл вот, как от всего, да? У нас получился такой дворик кругленький. Да. И как вашу лапку зовут? Амурчик. Ух ты, боже. Амурчик, да. Ты сладкий Амур. С хвостиком. Его зовут Гран Чинат Амур фор лав. Ой, боже. А если так, это самая Мусенька. Зяечка моя, Мусечка моя. Зеленые руки. Ой, мама, ну я за них лапку. Он соскучился. Вот заехали в Мюбляйт, ходили, любовались. Здесь все очень красивое. А это люстра из Голландии. Сейчас скидки на эти люстры. Ну и на многое, на вещи, на какие-то, на аксессуары скидки. И вот эта люстра красавица. А сейчас не поверите, 81 евро она стоит. И ура! Купила, и скоро привезут. Покажу. Подписывайтесь, будет интересно. Ставьте лайки. Ну, а может быть, дизлайки, кому что нравится. Хорошей теплой осени, солнечных деньков, уютного, любимого дома. И самое главное, мира в семье и любви. Пока.